Ну что, ребят, наверное, многие там сейчас нас ругают, почему мы перестали выкладывать ролики на семейный канал. А все очень просто. Мы попали в каменный век с помощью провайдера нашего интернета. Вот так, ребят, в угоду красоты. Получается, когда я здесь сделал, я силиконовым герметиком замазал щелки, которые были небольшие. И, короче, вот такую жопу я попала. Сейчас пришлось все это дело срезать. Там вверху также. То есть сейчас буду разбирать, чинить, получается, этот, посудомойку, менять шланг. Так как у меня тут все было заделано так, что хрен это куда денется, сейчас это все дело буду разбирать. Да, все это тяжеловато, но будем делать, куда деваться. Ситуация в том, что у нас уже вторые сутки нет интернета. Провайдеру мы звоним. Постоянно говорят, что через час, да? Через полчаса все включат, что у вас авария. У нас нет ни телевидения, вот Маришка вам телевизор сейчас покажет. Нет ни интернета, то есть мы просто-напросто попали в такой, знаете, каменный век. По-другому никак не скажешь. Я вчера пытался загружать видео 4K, это который на который кулинарный канал Марины. И у меня ушло практически... Три часа, по-моему, если не больше. Да. Саша его с телефона загружал. Я его загружал 3 часа, ребят. Это потому, что была просто жопа. По-другому это никак не скажешь. Потому что в Теле2 обещает 4 LTE нормальную скорость. Но переведя нас Теле2 на определенный тариф, где много гигабайт, то есть там получается порядком 50 предоставили они нам. Они урезали, вот открою вам тайну, кто пользуется Теле2, они урезают скорость. То есть и Билайн точно так же делает. А пакеты, то есть я находил, я постараюсь найти это письмо где-то вот, может вот здесь постараюсь, если найду его, я читал в интернете. Это письмо внутреннее такое распоряжение. В принципе, когда я с ними общался, они признались, что у них такое есть. Они просто урезают скорость, если у вас большой объем интернета, там, допустим, 30 гигабайт, 50 гигабайт, либо там типа безлимит. Они просто режут скорость, и при такой скорости загружать пакеты очень тяжело. Ладно, я уехал от нашего доброго. Да, ребят, примерно это выглядит вот так. Что произошло? Я думал, что там мало герметика на тот момент. Оказалось, очень много. Да. Сейчас я позвоню. У нас прошло уже, как повторюсь, уже больше суток, как нет интернета. Сейчас мы уже им 3 раза звонили. Они обещают каждые полчаса. Ну, очень много жалоб, ребят. Ну, я уже знаю, куда нажимать, чтобы не слушать этот бред, как бы, что я фанат. Ожидайте ответа от первого освободившегося оператора. Вы можете оценить работу специалиста. Для этого, после разговора с оператором, оставайтесь... Ну, я надеюсь, вам слышно было, слушайте, что они скажут, в принципе. Так, вот, видите, ребята, как у меня сделано здесь, чтобы столешница не намокала. Я такую пластиночку сюда пластиковую приделал. Так сказать, прикрутил, и здесь влага никогда не стояла. То есть, когда открываешь посудомойку, влага здесь не скапливалась. Потому что бывает, когда открываешь, сразу же пар идет горячий. Добрый день, меня зовут Александр. Я вас слушаю. Александр, добрый вечер уже, потому что день-то у нас уже прошел. Смотрите, какая ситуация. Я вас беспокою из города Пермь, и у нас уже вторые сутки пошли, как нет интернета. Чем можете нам помочь? Я уже звонил 4 раза, мне обещают каждые полчаса включат, а уже вот как-то не включают. Да, действительно, как я пишу, авария, по-моему, смотрится все еще актуально. Предметно прогноз завершения, сейчас у нас указано 17:20, то есть через полчаса. Знаете, самое-то интересное, что, Александр, мне каждый раз говорят через полчаса. Это уже 4-й раз за эти сутки, то есть мне говорят через полчаса. Вы можете что-то пояснить конкретнее, что произошло? Потому что, вот, грубо говоря, мне надо видео, у меня 2 канала, мне надо загружать видео. Я не могу загружать с помощью вас, вашего провайдера. Помимо этого, я добросовестно получу денежки, но ваши, как бы, оказания услуг, они недобросовестные. Как вот быть в данной ситуации? Я понимаю, что это очень неприятно, к сожалению, примерно даже причина не указана. Так же, как я вижу, к нам обращались. Конечно, я обращался. Конечно. Информация в наш абонентский отдел была передана, сам наш специалист должен будет связаться по этому вопросу. Ну, понятно. То есть, и каждый раз я буду звонить, каждый раз говорит, через полчаса будет. Вот конкретика, это же какая-то должна быть. На данный момент, к сожалению, только такое время. Чтобы было все чин-чинарем. А висеть-то шланг от стиралки? Да, до посудомойки.
Я подарю. Все, молодец, держи так. Сейчас я все здесь отключу. Все. Все, малыш, сейчас. Молодец, ну помощник. Все, все, хорошо там? Угу. Все, папин помощник. Куда бы я без тебя, интересно? Наверное, бы никуда. Настолько ты мой большой помощник. Угу. До свидания, спасибо. Спасибо вам за обращение, пожалуйста. В принципе, ребят, как вы сами все слышали, им пофигу там. Специалисты, я вылез сегодня в интернет, просто почитал массу негативных комментариев. Скажу сразу, мы пользуемся этим провайдером давно, да, уже, Мариш? Самое обидное, они с 1 июня подняли цены всем, да, автоматически, да? Да, очень много комментариев негативных, это, ребят, это ремонт делаю. У нас раз нет интернета, нет телевидения, у нас генеральная уборка идет, тут видно. Саша еще посудомоечную машину. Ну, там наш шланг поменять, поэтому я сейчас всю эту конструкцию буду разбирать, и Маринка пока прибирается. Ситуация в том, что провайдер раньше был действительно хороший. Я раньше сидел на Билайне, когда Билайн сюда только в фирме заходил, у них были проблемы. Сейчас, как я почитал отзывы о Билайнах положительные, МТС положительные там. А даже о том же Ростелеком у нас, получается, у мамы дом напротив, она пользуется Ростелекомом, у нее никогда проблем таких не было. Не знаю, с чем это связано, с тем, что Дом.ру так вот обширно расходится на регионы, что они как бы начинают меньше обращать внимание именно как бы... А помнишь, у нас как-то полгода назад также не было интернета, и они буквально за час какой-то второй линии подсоединились. Да, было, кстати, да, была такая ситуация. Это в прошлом году они отключали, точно так же они быстро-быстро переключили на резервную линию, то есть у них, я вспомнил, у них должна быть резервная линия. Но в данном случае я не понимаю действия такой компании. То есть, вот представляете, вот у нас дом, допустим, они сюда зашли как монополисты, да? Они ходили, уговаривали, чтобы люди делали скидку, чтобы люди переключались, получается, с Ростелекома. Мы тоже на Ростелеком были, на самом деле, подключены. Нас уговорили. Ну, я сам уговорил Марину. Да, просто дом новостройка, Ростелеком первоначально зашел в этот дом, и потом уже Дом.ру. Так, давай, мне шланг нужен, я тяну его. Давай, подавай его. Давай, впихивай туда, пихай его. Мне он нужен. Давай. Без полотенца, давай его туда, пихай. Я далеко ушел, хвост потерялся. О, все. Шланг мы доставили с тобой. Да. О, сколько здесь воды, да? Все, уходи оттуда. То есть они уговаривали, они очень большой процент уговорили, хорошие делали скидки и тому подобное. Вот теперь представьте, люди сидят двое суток без интернета, без телевидения. То есть это у нас с вчерашнего дня. И как? Вот как вот быть вот в такой ситуации? Вот ладно, как бы я раздаю с телефона, получается, вот я со своего телефона, Настя со своего телефона раздаем как-то Wi-Fi, получается, Маринка пользуется там, Настя в ноутбуке сидит. А вот большим компьютером я не могу пользоваться, потому что у меня там, да, стоит Wi-Fi, плата, как бы, все, я ее убрал, блин. Я потому что думал, что у меня стабильный дом, всегда будет интернет. Я вот ее убрал, с материнки достал, все, лишнее поубирал, то есть я сейчас сижу, получается, с телефона пытаюсь, да, я сегодня установил программку, которую я буду монтировать в телефоне, более-менее как-то профессионально. Пришлось купить за 2400, да, вышло на мне? Да. За 2400 я купил лицензию на год. Этой программки я даже могу ребятам показать. Что за программка? И сейчас вот этот обзор я буду пилить, получается, вот на эту программку. И теперь, конечно, я буду, грубо говоря, ручками своими вот тыкать вот по этому, получается, мониторчику и запиливать. Вот, пожалуйста, буду монтировать через нее. Хочется оставить отзыв именно для менеджеров, не знаю, кто продвигает эту компанию там. Вот вы понимаете, ценник, вам очень много комментариев пишут. Вообще, как бы, я считаю, что это неправильно в одностороннем порядке поднимать цены. Нам тоже подняли, хрен с ним. Угу. Молодец. Я привет здесь снял, а через сейчас еще привет. Угу. Сейчас вот мы посудомойку уже отодвинули все полностью. Угу. Все достали. Там, видите, у меня получается от нагрева. Тут все равно даже стоит плюс защита, да, от нагрева как бы стены, она все равно небольшая. Я еще сделал вот такую защиту. Она ложится на розетки.
То есть, соответственно, защищает от нагрева лишнего. Грозит. У меня вообще, ребят, все продумано всегда сделано. Даже стол, видите, присобачил как снизу. Сверху так красивенько все. А здесь вот так, что на него вставать спокойно можно. Я на него встаю, хожу. То есть тут у меня все проклеено. Все полностью стоит на подставочках, чтобы этот стол ходом не ходил. Во-вторых, если вы поднимаете цены, вы должны оказывать качественные услуги. Вы не оказываете качественные услуги, это я вам уже показал. То есть вы просто за один так вот щелчком бросили людей в каменный век. Как вы считаете, это нормально? Я считаю, что это, ну, блин, сверх просто беспредела. Вот как-то вот так. Я знаю, что они тебе ответят. Скажут, мы вам перерасчет сделаем за эти два дня. Нет, ребят, ваш перерасчет вы можете взять и вот так вот. И себе как бы вот туда. Вот я скажу так вот. Вы хрен с ним взирайте с меня, сколько уж нам надо денег. У вас постоянные проблемы со скоростью. Привет всем моим подписчикам из Роблокса. Хорошо, привет, ребята, вам из Роблокса. Ребят, да, я открою такой секрет, кто хочет подключиться к этому оператору. Оператор заявляет 100 мегабит. Сразу же говорю, вы никогда не получите эту скорость. Просто не получите. И самое интересное, если вы будете замерять эту скорость через известные замеритель скорости СССР. Я сейчас его вот здесь вот размещу. Спайдер как-то, да? Ребят, я вам скажу честно, что я замерял на разных, получается, площадках, и на этой площадке всегда там чуть ли не там 80, но я сижу, у меня не загружается, у меня не открывается странички нормально. Я начинаю проверять через телефон, а сейчас кто-то, знаете, сейчас скажет, а через роутер другая скорость? Нет, ребята, у меня роутер стоит, который самый дорогой на сегодняшний день, Asus, я вам его показывал, который гонит просто вот в легкую больше 100 мегабит, намного, и у меня... Все сделано так на стройке, чтобы по максимуму должен раздавать. Я даже там, ребят, замерял. На одном устройстве, чтобы другие как бы, устройства не работали, там нету этой заявленной скорости. Максимум, какую скорость я видал, ну, это там, ну, 50. 60, может быть, это вот, вот прям самый максимум. Но если я замеряю через эту программку, блядь, у меня там чуть ли не 99 как херачит. И только самое интересное, начинаешь через эту программку замерять, вот так хитро сделано. Причем, как бы, я так понял, что... Хорошо, не сильно тяни. Хорошо, Марилыш? Хорошо? Хорошо. Еще? Большой шланг, длинный который? Узенький или толстенький? Узенький. Узенький, тяни шланг. Узенький. Узенький. Нет, это широкий, нет. Вот этот, да. Еще тихонечко. Все. Так, теперь, Клава, знаешь, что у нас будет? А? Теперь мы должны... Пошли. Так, теперь мы должны немножко сюда ее выдвинуть. Эй? Стиралку. Сейчас. Потому что надо будет ее включать там. Так, тихонечко потяни, узенький. Узенький. Нет, узенький другой. Вот это, да, еще давай, чуть-чуть. Чуть-чуть еще. О, молодец, еще чуть-чуть. Узенький. О, молодец. Какой-то там хороший работник у меня. Так, сейчас я переберусь в эту сторону. Вот. Хорошо, это вообще лучший у меня работник. На земле. Лучший работник года. Давай. Который? Узенький. Вот. Так. Еще? Да. Еще чуть-чуть. Вот. Так, подожди. Так. Пока вот так вот оставляем. Головой стукнулся, что ли? А ничего страшного. Все, молодец. Поэтому у меня такое, знаете, закралось сомнение, что когда человек начинает через эту программу просто делать замеры, соответственно, скорость как-то прибавляется. Это примерно, знаете, как вот с Теле 2. Они сами автоматически скорость могут вам и урезать, и Билайн тот же самый. Самое интересное, когда мы уходили с Билайна, да, они звонили и говорят, давайте мы вам сделаем так, что вы при G-скорости будете сидеть нормально. Я говорю, в смысле? Я так еще удивился. А говорят, ну у нас ограничения стоят 50, то есть у них до 2,5 мегабит они режут. Также, если большой пакет предоставляют, да, как все, видимо, провайдеры. 2,5. И когда нам предоставили большой пакет Красный Теле 2, у нас до этого было там, я 40 видео замерял, а каждый день замеряю в разных точках города. У меня программка просто платная стоит, лицензионная.
А когда нам только подключили пакет, больше скольки там, 15, да, не поднималось? Да, по-моему, 12 этаж. И здесь точно такая же, мне кажется, ситуация, они режут просто скорость. Так, вот это дело перебирать. Сейчас я буду все это дело перебирать. И заменю я, получается, это вот такие переходнички. И вот на такой магнитный, как он называется, магнит-преобразователь воды. Вроде как, конечно, обещали, что не будет накипи в чайниках, но я вряд ли уверен, что это все так вот будет. Типа гарантия на него 3 года. Стоит он, сколько мы за него дали? 2500. 2500 мы за него дали, ну потому что у нас такая ситуация, ребят, у нас вода здесь вообще беда-беда. Да. Вот в моем случае получается вот только, вот точно так. Поэтому, наверное, вот отвечать нам на, вот, как, скорее всего, получится, что компания будет выходить, пытаться на нас как-то ответить. Нам отвечать, ребята, не надо. Вот вы примите вот этот негатив, который вот сейчас был, ну, такой конструктивный негатив, и исправьте, чтобы другие люди не мучились. Нам какие-то там бонусы в виде того, что там пересчитают день 30, он нам погоду уже не делает. Нам сутки вторые уже портится настроение, и мы просто не можем делать как бы свое любимое дело. Загружать ролики на YouTube тот же самый. Сидеть в интернете, у меня еще есть куча работы, я занимаюсь рекламой, и я не могу этой работой заниматься, просто в одном телефоне мне нужен компьютер. А из-за вас, как бы, вот получается, я трачу очень много времени. Сейчас я вот как бы постараюсь вам тут вот, на место меня комментарии, которые никакие я просто на раз вот просто забил, как бы, нет скорости там или там пропал интернет домру. И люди пишут просто кучу негатива. Ведь раньше про эту компанию столько негатива я не слышал и не видел. Это для меня компания Дом.ру считалась еще эталоном интернета. Ну, 100 мегабит это для Перми очень круто. Конечно, для Москвы, там, это, там, для Питера это, или для Екатеринбурга копейки. Для Перми это просто супер. Вот, ребята, вот такая конструкция получилась. Знаешь, когда музыку гоняют, слушают, прибор, ну, вот вся, меняет комнату полностью. Перестановку там делает. Магнитный преобразователь, да, и это здесь, соответственно, на посудомойку, на стиралку. Ну, сейчас мы посмотрим еще, может быть, на питьевую тоже через нее подключим. Конечно, хочется, вот, чтобы у нас в доме были другие провайдеры, но я так понимаю, своей вот этой массивностью Дом.ру задавливает многие конторы, просто не дает им развиваться. Тем более, я тут узнал, что вот такие крупные компании, как Дом.ру, они, получается, выходят напрямую управляющие компании домов и, грубо говоря, проплачивают, чтобы те не пускали, получается, других провайдеров. Дом.ру, Ростелеком, вот это. То есть, вы представляете, насколько вот это все ничтожно, пакостно и тому подобное. Вот, ребята, почему я еще не доверяю никому, а делаю сам. Видите, да? Это вот рабочие сделали. Как можно было, блядь, так сделать? Я ничего не понимаю. А? Краник вообще сейчас ходу. Ну, потому что вы его раздолбали, конечно, он будет ходить, но я починю. Видите? Перекрываем. В стенку упираемся. Здесь дело нормально, а здесь, как вы считаете, нормальная халтура? Я тоже так думаю. Конечно, наверное, какие-то секреты пооткрывал, нехорошие. Но я думаю, что многие, кого интересовал этот вопрос, он так это уже знал, сбив в интернете. Не знаю, Мариш, хочешь что-то дополнить? Нет, жду, когда нам все-таки подключат. Да, пускай будет этот интернет гребаный за эти огромные деньги, которые не поднимаются выше там 50-60, а заявлено там 100. Сейчас малыш будет кусать. Просто сделайте, чтобы он работал. И со своим телевидением-то прекратите мудить, потому что то каналы работают, то не работают. Он там на пол, короче, падает, башкой стучится. Это нечто. И прекращайте людям поднимать цены на услуги в одностороннем порядке. Вы, получается, поступаете как нелюди. По-другому никак не скажешь. Потому что, ну, во всех разных странах, наверное, как-то перед этим все-таки предупреждают, пытаются решить с человеком, готов ли он пойти на это или нет. У нас, по-моему, за день или за два смс-сообщением предупредили. Да все, просто вот как бы масса у меня знакомых, они говорят, просто в одностороннем порядке раз, говорит, подняли, и что это такое было? И вот мы тоже хотим задать вопрос, что это такое было? Что за коммунальные такие подняли нам? Где улучшение качества услуг, да, после этого? Поэтому, ребят, еще раз прошу за нудность, прощения за нудность вот такого вот, как бы, некого обзора, как бы, ну, это да, по-другому не кажется, нудность, тем более, я все вот на этом фоне, как бы, я ремонтирую. Просто у меня сейчас вот наплыло такое, я думал, сейчас специально Маринке говорю, позвоню, и еще расскажу через полчаса. И так и получилось.
Вторые сутки я вам говорю, через полчаса. Ну что, ребят, все работает. Питьевая, холодная, горячая, все работает. Так, это у нас все будет перебираться, старышница будет меняться, но все равно сделать надо было по-человечески. Делаю я, ребят, всегда на века, кто уже смотрел, знает, все руки расхерачил. Все, вообще все. Вот. Лазить тут очень удобно в таком. Это Маринка заливала, пропустила, ржет она, видите. Вот смотрите, что у меня получилось, получается. Стяжки, кто сейчас напишет, что они там растянутся или что, все это вранье и провокация. На таких стяжках у меня долго чуть держится и нет никаких проблем. В принципе, они зарекомендовали себя временем. Была бы длинная, видите, длинных стяжек не было, пришлось короткими вот такими цепочечками крутить. Здесь я также все прибрал на стяжечке, чтобы ничего нигде не ходило. Все, все классно, все засиликонено у меня. Здесь вот такой вот пришлось сварганить механизм, сейчас я залезу и покажу, как все это дело выглядит. У нас там футболисты сегодня целый день смотрят, непонятно что. Так, и вот это выглядит вот так. То есть, как видите, все открыто, никаких капелек нету, все сухо. Как видите, фильтр стоит магнитный здесь. Это и на питьевую, и на холодную, горячую. 5 лет на него гарантии, да? 4. 4 года. С этим я ничего не смог сделать. Мстителем тот, кто сантехник до этого делал, инвалид, блин, по-другому никак нельзя назвать. Сделал, конечно, криво. У меня не было ключа разводного, который зажимает. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Поэтому, соответственно, я, видите, пытался пассатижами хоть как-то там открутить, ничего у меня не получилось. Оставил так в таком покое, и вот поэтому пришлось такую конструкцию собирать вот так вот. Это дело выглядит, чтобы она к стенке тоже не прилегала, потому что будет все это разбухать. Чтобы не разбухало, соответственно, вот пришлось делать вот так все это. Ну, все достаточно крепко, никакой нагрузки на шланги нету, то есть я проверил, все хорошо. Можно пользоваться, жить и наслаждаться. Мария Николаевна, ты такую работу от меня принимаешь? Да, осталось дверку прикрутить. Да, сейчас дверку прикручу и все. Вторые сутки нам говорят, через полчаса. Я уже на них наругался, ну так, вежливо наругался. Я говорю, а кто нам пересчитывать вообще будет? Они нам вроде как пообещали пересчитать. Ну это же, знаете, такой всплеск какой-то, эмоций у меня был. Ваша заявка отправлена на рассмотрение. 72 часа. Сейчас мы смс-ку показать. 72 часа на ответ. То есть нужно ответить. И еще, кстати, сказали, что специалисты сидят не здесь. Я так понял, что чуть ли не на домах сидят специалисты. 72 часа. Подожди. На домах, и они как бы просто отвечают по, скажем так, они видят, да, что есть какая-то небольшая там авария, но они отвечают по звучным фразам. То есть решают, через полчаса решат, решают, через полчаса решат. Что это такая за авария произошла, которая неустранима уже? Да, этажи не могут переключить на дополнительную, да, резервную линию. Там в прошлом году вообще, ребята, я скажу, кабель оторвали, вообще просто разорвали, там копали какие-то кабели, и они опустили по другой стороне как-то город, там у них возможность была. А в этом году они обосрались просто. Соответственно, везде у меня стоят такие вот датчики воды. Один раз датчик меня этот очень-очень сильно спас. Когда как раз заводской шланг не выдержал, побежал от стиральной машины. Вот такая сирена подняла пол дома, в том числе меня. Ну, спасла от затопа нас. Нашел я такой вот хомут. Получается, ну, как стенам крепится, вот видите, да, трубу на таких хомутах. Я нашел, у меня старенький валялся, когда там делали в туалете ремонт, я их ничего не выкидывал, все прибирал. И видите, что я сделал? Вот. А это у меня осталось как страховочное, знаете, такое, как бы, оно натянуто, но в то же время все подстроится, подстраховывает, чтобы не была большая нагрузка сюда. И когда воду включаешь, уже ходуном ничего не ходит. То есть у меня получилось так, что я когда без этого хомута пробовал включать, ходуном ходило. Все равно получается немножечко. Сейчас же этого нету. Все тип-топ. Сейчас хоть включай, не включай, она уже сидит жестко. Прикольно? Я считаю, что, ребят, прикольно. И опять же, хочу сказать, что когда ты делаешь сам и делаешь очень качественно. Ну, по крайней мере, вот я для себя, Маринка знает, делаю очень качественно. Хочется сказать, все равно это видео будет... Прям Рома будет смотреть, который, ну, держит фирму, которая занимается вот сантехникой, которую нам ребята перебирали.
Ром, не обижайся. Ты знаешь, я человек прямолинейный, и даже если друг косячит, я всегда говорю, что ты косячишь. Поэтому я бы, если честно, не заказал второй раз работу у тебя. Поэтому я сделался сам, увидев, когда ты сделал с розетками там полную бурду. И также, когда заглянул сюда, что сделали здесь вот такую порнографию, которую я сейчас вот все переделывал, сделал. Я считаю, что очень качественно. Так что думайте сами, стоит ли вам подключаться к такому провайдеру. Подумайте 300 раз. Была бы у меня возможность, я подключил бы себя, вот именно как бы свою квартиру, подключил к МТС, либо же к Билайну. Потому что про них отзывы пишут хорошие. Но я завтра буду узнавать, есть ли эти провайдеры у нас и что нужно сделать. Там, нас самое обидное, мы за Дом.ру вперед заплатили, по-моему, за полгода. Больше. Больше. Мы платим быстрее всегда, ребят. Буду узнавать, есть ли возможность подключить других операторов. Если, дай бог, наша управляйка будет этому мешать, соответственно, буду бороться с ними. Пока я на их стороне, на собрание хожу. Всем пока. Видите, какой помощник у меня. Слав, ты что делаешь? Сейчас обиваю гвозди. Саморезики, гвоздики все. У меня, видите, просто по баночкам все всегда разложено. Угу. У меня там много всяких баночек, там отдельно бывают саморезы, отдельно там у меня болты, гайки, то есть отдельно у меня вот такие вот, все, что касается, получается, труб. Все, да. У меня все разложено всегда. Маленький гвоздик. Ну-ка, ой, так это маленький саморезик, видите, даже какие у меня саморезы есть. Вот такие, они же. Я даже машинки, когда выкидываю, я из них выкручиваю маленькие саморезы сладкими, которые совсем сломанные. Потому что пригодятся. Все, сейчас мы, получается, дособираем. Здесь, ребята, как видите, конструкцию я уже все подсоединил. Настюшка звонит. Настя просто ушла в магазин. Ну, нет, я же тебе показал, как держать. Давай вот тут сверху проходим. Давай, нажимаем. Смотрим. Еще накачиваем. Давай, давай, накачивай. Вау! Ого, сейчас мы проклеим. Силикон все выдержит. Ага, даже. Снова прикрутили. Я сейчас еще засиликонили, да? Все. Ага. Молодец, держи. Спасибо. Не закрывай. Только не замажься. Не закрывай. Автомат. Еще, Рома, это опять же к тебе. Марина сразу сказала, Саша, сделали, чтобы не забывать. Здесь, значит, холодное включаешь. Держи холодное. Горячее включаешь, держи горячее. Здесь, вот видите, синее, красное, горячее включаешь, лежит холодное, лежит горячее, перепутано. Слава богу, что не там перепутано. Поэтому сейчас это дело я быстренько разберу внизу, поменяю местами. Все у меня есть, видите, все наборчики куплены. Все сделано на века, как говорится, все по-человечески.